Вы на канале Леонардо the American Boy. Что мы там видим и где мы находимся? Мы находимся в классном парке, где течет ручеек, а вот там стоит маленькая уточка. Как делает уточка? Кя-кя. А уточка на английском будет duck. Скажи duck. 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 И мы стоим на классном мостике, вон наша мама, классно. А вот ручеек. На английском ручеек будет как stream. Или creek. Stream, creek, ну, по-разному его называют. Но это все ухожено в парке, поэтому мы идем дальше. Лео, какой сегодня день? Сегодня воскресенье. Воскресенье на английском будет... Sunday. Скажи Sunday. Sunday. А это качельки. Мы сейчас... Мы проходим мимо качелек. Привет, мама. Как у вас дела? Уже родила. Надо еще родить кого-то. Давайте. Да, мальчика или девочка? Теперь девочку хочу. Лео, ты хочешь мальчика или девочку? Кого ты хочешь, мальчика или девочку? Качельку. Качельку? Качельку. Ну, пошли на качельку. Итак, что мы можем сказать? Дорогие друзья, мы осознали, что нужно проводить время со своим сыном больше и больше. Потому что он растет на глазах. Поэтому мы и начали этот канал, чтобы не забывать его маленьким, чтобы смотреть, оборачиваться назад и все вспоминать, что мы с ним делали. And at the same time, в то же время мы учим вас английскому. Ну, ваших деток, если вы хотите, конечно. Очень упрощенный вариант. В дальнейшем, кстати, это я, в дальнейшем будет все усложняться. Мы будем полностью переходить на английский язык, поэтому готовьтесь сейчас. Get ready. Скажи, папа. Папа. Посади, пожалуйста, меня на качельку. Please. Please put me on a swing. Скажи, swing. Печенька у тебя осталась. Лео, ну что такое? Анечка. Сейчас я сажу его на swing. Ты готов? Давай, становись вот так. Ready? Ready? Скажи ready. Let's go. Let's go. One, two, three. Считай сам. Four. Five. Кстати, а здесь такой пол, или как называется этот материал? Резиновые перемоленные колеса. Дядька, посмотри, мама, Лео. Нашли им применение. Молодцы. Лео. Не больно падать, дети играются. That's nice. Что? Это Лео. Это качелька. Good job. А по-английски качелька будет swing. Swing. Правильно. А сейчас мы идем к озеру. К озеру. Pond. Лео, что мы видим? What do we see? Бассейн. Бассейн можно назвать, а это еще называется по-английски pond. Скажи pond. Это искусственный такой. А здесь самолет. О, а самолет улетел. Смотри, он какие следы за собой оставил. Airplane. Лео, не разгоняйся, чтобы не упасть. Ты что? А здесь мы можем увидеть рыбу. Я не знаю, если мы сейчас ее увидим, но люди здесь ловят рыбу как-то. А вон, ты что прыгать? No! Уточки, пошли туда, уточки. Да, пойдемте к уточкам. Спасибо. Так, друзья, эта улица находится на улице Белл. Такой культурный парк. Все, кто живут в Сакраменто, они его знают. И особенно его знает Борода Channel. Кстати, привет, Борода Channel. Самый полезный channel for those, для тех, кто хотят узнать жизнь иммигрантов в Америке. Папа, папа! Вон мы, Лёчка, мы идем уточка. Лео, куда мы идем? Смотри, что мы видим. Вон плавает две. Кстати, это утки так и называются, или это какая-то другая порода? Вроде утки, да? Анечка, ты знаешь? Утка есть утка. Утка по-английски будет
Скажи, Лео, дак. Смотри, они нас не боятся. Привет. А нет, это может они утки, это может лебеди. Ну мы не знаем, мы же не пришли. Ты что прыгать, Лео? Холодная вода. Давай его испугаем, чтобы он. Привет. Дак, привет. Они привыкли, что их кормят. Не, мне кажется, это не это гуси, наверное. Утки вон. Вон утки две. Кстати, друзья, здесь один наш знакомый, ну, мы с ним познакомились, дедушка, он тут привез, он сюда привез пару гусей или лебедей, и, наверное, вот это они из них. И он приручил. Потом они расплодились, их стало штук 15 здесь. Дедушка из Молдовы, он живет здесь в апартаментах рядом. И он сюда приходит, они его голос знают, все прибегают к нему, кормятся. So it's very, very fun. Такой, есть нашему пенсионеру чем заняться. И вот наши гуси ждут своего дедушку из Кишинева. Леонардо! Леонардо! О, вы слышите звук, друзья? Вот там вдалеке звук раздается. Что это обозначает? Это обозначает, что вдали едет мороженое. Ты слышишь трак мороженого? Автобус ice cream. Скажи ice cream. А где почта? Почта? Не знаю где. А ice cream слышишь? Где же этот ice cream? Я его конкретно слышу, а не вижу. И это очень классный психологический эффект для детей маленьких, которые слышат эту музыку, все выбегают на улицу и подбегают к этому автобусу и покупают кучу мороженого. Кстати, у Саши Гайды, нашего соседа, channel, у него одно из первых видео, как его детки выбегают, покупают мороженое. Тоже прикольное зрелище. Саша, тебе привет и всем твоим детям, которые нас смотрят. This video is mostly просто, это видео расслабонский такой. Не конкретно не урок, но просто расслабон. Потому что мы решили просто пойти в парк, пообщаться с Аней, с Лео, с друг другом и насладиться воскресеньем. So, thank you very much, Leonardo. Leonardo, давай со всеми попрощаемся. Скажи, дорогие зрители, о, девочка на скутере, скутер. Скажите, спасибо всем, что нас смотрели, дорогие друзья. А вот и мороженое, смотри. Вот мороженое едет и музыку играет. Обычно автобус белого цвета, и на нем куча-куча наклеек, мороженое всяких детских. А это какой-то не тот. Все, скажи, thank you very much, что вы нас смотрели. Подписывайтесь на канал и ставьте... Live!